Но, похоже, соблюдение минских договоренностей не всем на Украине по душе. Лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» заявил, что боевики будут добиваться должностей в Генштабе и Совбезе страны для командования военной операции в Донбассе. Дмитрий Ярош напомнил, что за ним стоят тысячи вооруженных людей. По его словам, он отдал резервным подразделениям «Правого сектора» приказ о приведении в полную боевую готовность и подумывает о создании еще нескольких боевых батальонов для отправки на фронт.